Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов и Никита Матов. Да, я продюсер и пати Мэйджус, и прекрасно дружу с головой, непременно звоню и на связи, алло. Хана, хана, знаю, что нужно, чтобы эфир был очень сегодня крутой, с любовью, лави приятно. Хана! Она только так одна, затмевает других. Хана, яркая она, ослепляет весь мир. Не совсем удалось то, что мы запланировали. Ну да ладно. Мы балуемся с пресетами. Доброе утро. Привет. Ребятки, доброе утро. Боже, что это было? Это так круто. Вот такие зайки. Спасибо. Всем доброе утро. Минус от Тайлера, The Creator, видимо, не слишком хорошо нам сестра залег. Это очень было мило. Но абсолютно точно мы уверены, что зайдет наш грядущий час, потому что нам много чего есть обсудить, много чего накопилось. И мы тоже безумно рады тебя видеть. Привет. Тоже очень-очень рада всех видеть, всех слышать. И вообще я очень рада, что наконец-то уже у вас здесь в студии Лав Радио. Потому что каждый раз только слушаю по радио, думаю, в конце концов, когда уже? И вот этот момент настал. Так приятно, что ты нас слушаешь. Конечно. И так приятно видеть тебя сегодня у нас в гостях. Конечно, в первую очередь принимай личные поздравления с почетным двукратным званием мамы. О, пока еще нет. Почти. Почти, да. В процессе. Этот диплом уже напечатан, осталось поставить только подпись. Ну да. У нас есть логичный вопрос. И мы понимаем прекрасно, что уже много раз его задавали, и вы увиливали вместе с Пашу, но все-таки, может быть, эксклюзивно? Нет, конечно. Не скажете, да? Хорошо. Ну ладно, если есть дочка, должен быть и сыночка. Может быть. Ну все, ладно. Maybe. Поняли, услышали, от этого отходим, но не можем не отойти все равно от твоего положения, как ни крути. Слышали, что планируете роды в Дубае? Да, есть такой момент. А почему там? Потому что, во-первых, там тепло. А во-вторых, потому что, вы понимаете, я хожу в одном и том же спортивном костюме уже полтора месяца, уже просто ничего на меня не налезает. И все, что касается теплой одежды, это очень сложно. На тебя роскошно налезают платья на премиях, которые вот мы видели. Вот именно. Вау, прямо. Спасибо большое. Но они такие чуть-чуть голенькие. Поэтому я решила в Дубай поехать, потому что там можно в таких платьишках ходить. А сейчас в такую погоду у нас особо в таких платьях не походишь. Ну да. Но там, где ты была, ты 100% все внимание на себя собрала, спасибо. Как и всегда. Спасибо. Но хейта тоже чуть-чуть. Цепило, мы знаем, конечно. Да, мы видели комментарии, типа, что это такое, как так ходить. Да. Просто люди не пробовали, вот и рассуждают. Либо, когда были в подобном положении, просто не имели такого фасона под рукой. И все, это зависть банальная. Может быть, да, спасибо, ребята. Смотри, у нас есть теплый повод для встречи еще один. Это твоя новая песня «Отвали». Да. Расскажи о ней. Ой, ребят, на самом деле, я могу вообще про песни говорить долго, поэтому я буду говорить, вы, если что, махайте ручкой, чтобы пора завязывать. Да, договорились. Значит, песня «Отвали» на самом деле была уже очень давно написана и записана, и лежала, ждала своего момента. Я, честно говоря, думала, что момент будет немножко другой, что я буду такая супер секси девчонка. Эта песня будет, наверное, летом, и клубы, и танцевальные площадки. Но у беременной женщины всегда все очень часто меняется, знаете, и гормоны, я не знаю, что это. Слышали. Вот. Поэтому я просто проснулась в один день и думаю, так, наверное, надо выпустить альбом. Звоню такая своей команде, говорю, ребята, выпускаем альбом через недельку. Они, конечно, такие в шоке, думали, что я на следующий день проснусь и передумаю. Отменили все планы. Но на следующий день я проснулась, и ничего не поменялось. Я такая, о, это уже, значит, хороший знак. Стабильно. Да, и когда мы выбирали хит-сингл к альбому, конечно же, выбрали песню «Отвали», во-первых, потому что, по мне, она максимально вызывает какие-то эмоции. Ну, я, во-первых, уверена, что каждая женщина, девушка, девочка в своей жизни испытывала такие эмоции, о которых поется в этой песне. И она у меня вызывает очень много эмоций. То есть меня разрывает под эту песню. И именно ее я выбрала как хит-сингл альбома, как хит-сингл в принципе, потому что хочется сейчас, чтобы у каждой девчонки было понимание, что уже в конце концов, в конец года надо сказать, отвали и начать новую классную счастливую жизнь. Поэтому так. Хотим снова расширить горизонты и сказать тебе, что мы по-честному с Ярославом тоже пританцовываем и подпеваем «Отвали» периодически. Так что очень рады, что сегодня и она в том числе подвергнется разбора в плане текста. Да, мы обсудим пару моментов, но это позже, конечно же. Окей. Но вообще хочется сказать, немножко так перефразировав, «Привали». «Привали». Поближе к лав-радио-приемнику. «Ханна» и «Отвали» на волнах лав-радио прямо сейчас. «Красавцы лав-радио».
Это «Красавцы Лав Радио». Сегодня у нас в гостях Ханна. Анечка, привет. Доброе утро. Ну, ты пробуждаешься понемногу. Мы видим, как бодрость начинает появляться в тебе. Так с вами вообще по-другому невозможно. Я еще вот за этой дверью была такая медуза, а сюда зашла и просто дельфинчик. Ну, хочется сказать, мы друзья, медуза. Мы очень рады, и знаешь, тут такой момент, что наполняется студия Лав Радио красотой. Ага. И любовью, да? Да, абсолютно точно. Спасибо. Своим присутствием здесь. Сейчас у меня щечки зарозовели, я становлюсь как наш логотип такого же оттенка. Мы можем бесконечно, как вы понимаете, друг другу говорить комплименты, да, и не будем останавливаться. Красавчик такой, Никитос, вообще не могу. Но мы тут на паузу возьмем, потому что песня роскошная, мы правда тащимся. Респект, респект. И мы каждый раз воспринимаем на свой счет вот это «Отвали». Ну, потому что оно элегантно звучит. А вообще, у тебя такой текст. Отвали, да. Я танцую одна. Отвали, и я немного пьяна. Да. Я танцую, как будто в последний раз. Отвали, уйди с моих глаз. Но ведь ты лукавишь, Аня. По поводу алкоголя? Ну, конечно, когда ты была пьяна вообще, хоть раз в жизни? Нет, никогда, нет. Но здесь же переносное значение. Такое, типа, в кавычках. Пьяна — это значит пьяна от счастья, от радости, от удовольствия. Это не в смысле я такая выпила текилки. Отвали, девушка. Да, нет. Молодой человек. Да, отвали, да, нет. Даже по-другому там. Типа, отвали, а не отвали, братуха. Это уже LJ. Да. Ну да. Это в его стильке. Ты записывала песню, будучи уже в положении. Вот. И веришь ли ты в то, что музыка влияет на развитие ребенка еще с утробы? Ну, 100%, однозначно. Потому что, ну, во-первых, как бы физиология, она все равно есть, да, все равно там что-то, ну, слышится как-то. И я, например, точно могу понять, заметить такую тенденцию, что каждый раз, когда я на гастролях и начинаю петь, я прям конкретно понимаю, какие песни малышу заходят. Нравятся, какие не нравятся, какие заходят, какие нет. То есть иногда просто там такая дискотека внутри происходит. Как будто бы на 11-й неделе уже малыш начинает слышать. Все, ну вот что да, в приложениях, мире. Знаешь, вот в приложениях про беременность так и написано. Видели, видели, да. Там так и говорят, да, что там 11, 12, 13 неделя ребенок уже осознает, что происходит. Вы какой-то мамкин чат устроили сейчас. Я просто немножко подготовился. Ладно, окей, а какая песня вот откликнулась больше всего будущему твоему малышу? Не знаю, почему так получается, но очень часто, вернее, каждой своей гастроли я пою песню «Омар Хайям», и вот она самая такая акцентная в моем животе. Ну, потому что если можно так сказать. «Омар Хайям» реально крутая. Ну, то есть это то, что наизусть навсегда, мне кажется. Разбуди по ночью. Как писал «Омар Хайям». Никто другой, только лучший нужен. Ну, да. Она такая про любовь и очень нежная песенка. И про «Омар Хайяма» еще. Ну, да. Еще писатель упомянут, соответственно, ну, какой-то есть богатый культурный подтекст. Интеллектуальная песня. Знаете ли. Ты сейчас сказал как раз, как тот персонаж песни. Интеллектуальная песня. Отвали от меня. Понимаешь? Про интеллект слышал? Ну, давайте немножко тогда от интеллекта перейдем к праздности и веселью. У нас есть соответствующая развлекуха, игра. Естественно, Анечка, мы не можем тебя в нашей дурости не затянуть. О, я знала, я готовилась морально. Ехала, думаю, как же мне это пережить, как же мне это пережить. Я морально готова. Поехали. What that sound? В нашей новогодней What's That Sound, Аня, тебе предстоит повторить звуки, самые новогодние из возможных. Мы собрали целых 3, и тебе можно пользоваться чем угодно подручным, но, скорее всего, только ртом. Так что удачи. Первый звук, с чего начинается веселье, мы об этом поговорили, у тебя этого в жизни нет, но у большинства есть, это... О, боже мой. Ты сможешь. Конечно же, это... Сейчас, подождите, я подготовлю сейчас. Детское шампанское это было сейчас. Да. Ну, либо лимонад любой с пробкой. Помощник, никто не помогает мне, да? Да, это самостоятельная задача. Первое, это... Давай. Офигеть! И сейчас кто-то в офисе, такой в кабинку стучит. Побыстрее можно там, ребят! Это окей. Было очень почти, круто. Почти, идеально. Да. Но попробуем почти. Дальше. Здесь ну, уже да. Можно справиться ртом исключительно. Ну, салют, ну, салют, новогодний салют. Здорово. А можно еще раз послушать? Да, конечно. Блин. Давай еще раз. Так, окей. Коллеги,
коллекция ASMR звуков от Ханны в эфире Love Radio. Просто пушка. Ну и финалка. Здесь точно вокал нужен уже. Все справляются, у всех получается. Послушай. Самый новогодний звук, что не есть. Ким, как это, как можно ну, так? Смотри, я пример тебе покажу. Ну, примерно, да, сейчас? Давай. Есть! Это было обалденно, да. Неповторимо. И, конечно же, мгновенно. Ханна залетает и повторяет наши звуки. Ханна, гостя красавцев, сегодня нам не до скуки. Я срезал один звук, это просто, это надо послушать еще раз. Уже можешь поставить? Вот, смотри. Крышка. Это уже твой. Красавцы Love Radio. Красавцы Love Radio с тобой. И сегодня на счастье, на радость с нами здесь Ханна. Доброе утро. Доброе утро. Отмечаем вместе Новый год. Скажи, насколько сильно ты уже готова к празднованию этого великолепнейшего дня, ночи? А, вы знаете, обычно как-то все в такой сумасшедшей суете, что ты 31-й такой, о боже, сегодня Новый год, а что делать, а как, что, где, с кем и так далее. А в этот раз, поскольку у меня все на таком немножко лайте, я вообще такая заторможенная, вы просто себе не представляете. Хотите, я расскажу вам прикол? Да, это просто реально смешно. Мы любим приколы. Вы представляете, я недавно, значит, попросила сделать, ну, почистить мне гранат дома. Мне начистили целую тарелку граната. И я, значит, нет, ну прям хорошо, я люблю очень, типа железо там полезно. Я, значит, поужинала и думала, что я, ну, как бы сейчас съем гранат. И что-то я забылась, и утром просыпаюсь и думаю, ой, я же не съела свой гранат, надо пойти съесть свой гранат. Прихожу на кухню, смотрю, на столе нет, в холодильнике нет, в другом холодильнике нет. Спустилась вниз еще там на еще одну кухню. Это Дед Мороз съел? Нет, слушайте, это очень интересная история. В общем, граната нет. Я реально напряглась, думаю, как так? Паша, он уже был на работе, звоню своему супругу, говорю, Пань, ты ел мой гранат? Он говорит, нет, не ел. Думаю, так странно. Говорю, Адрианчик, ты скушала вчера гранат вечером? Она такая, нет, не кушала. Я говорю, сегодня утром? Она говорит, нет. Я говорю, няня, а вы гранат мой видели? Она говорит, нет. Я позвонила маме, говорю, мам, ты мой гранат видел? Короче, я потеряла гранат. Серьезно? Я так напряглась, что я его потеряла. Думаю, как я так могла забыть, куда я его поставила? Короче. А ты только в одной кухне смотрела? Ну, я вообще везде посмотрела. Я посмотрела, ну, слушайте, это реально смешно. Я уже, у меня есть, ну, там девочки по дому, которые мне помогают, филиппинки. Я говорю, девочки, где мой гранат? Они такие, мы не видели. Я говорю, ну, в смысле, вы не видели, если он был на столе? Короче, я так запарилась, я зашла посмотреть камеры, перемотала почти сутки назад. И представляете, что я увидела? Я сижу за столом и ем ложечкой аккуратненько, медленно свой гранат. Боже, как это чудесно. Это просто... Я думала, что кто-то подсунул туда эту пленку, потому что этого не могло быть. Я не могла съесть. А ты при этом улыбалась с закрытыми глазами и махала в камеру? Представляете, у меня настолько заторможенно сейчас все работает, что я... О чем мы говорили? Про гранат! Мы сейчас тебя разбудим обязательно. В эфире гостях у красавцев Love Radio. Давай, знаешь, что немножко взбодрим тебя. Говорят, что запахи помогают чувствовать себя чуточку лучше. Поэтому для тебя этот букет в гостях у красавцев Love Radio. Где мой букет? Не видели, кстати? Красавцы Love Radio. А сегодня в гостях у нас Ханна. Доброе утро! Такая приятная, такая нежная. Очень спасибо. Мило общаемся. Ой, спасибо тебе за эфиром. Обменялись комплиментами. Аня, готовишься стать мамой. Сильно готовишься, мы знаем, но для нас сегодня нашла время. Да, конечно. За это большое спасибо. И вам тоже. Но, тем не менее, мы знаем, что работа, в принципе, тебе в радость. И кайф. Не принципиально даже, что ты работаешь, будучи в интересном положении. Это источник энергии и движения. Ты так сказала. Да, 100%. Любимая работа — это концерты, и не только. Ну, концерты — это самое, конечно, основное, потому что даже вот завтра, например, я уезжаю в Питер на корпоратив, у меня концерт, хотя уже вроде как бы, казалось бы, да, уже в роддоме можно лежать, но я настолько заряжаюсь, настолько кайфую, что я не могла отказаться, поэтому завтра еду в Питер. Вот, но у меня на самом деле много работы, хотя вот сейчас мы сдали альбом, и немножко так уже с музыкой стало поспокойнее, потому что я понимаю, что ближайшие релизы уже все распланированы. Ну, короче, работы много на самом деле. Принет, как думаешь? Так, все, хватит. Все, Марвин ладно. Был уже, да? Да, был. Мы про работу поговорили немножко. А отдых, как же? Как ты вообще лайф-баланс соблюдаешь? Мы знаем, что ты классно ставишь цели, до всех чекпоинтов доходишь и такая, оп, с этим разобрались дальше. Как у тебя получается?
Но когда ты работаешь в кайф, когда ты занимаешься тем, что ты очень сильно любишь, когда каждый день работы для тебя это наслаждение, и даже если какие-то сложности, трудности, ты их преодолеваешь, и ты кайфуешь именно в процессе, тебе не нужно искать время, чтобы отдыхать. Uh-huh. Поэтому для меня это все какая-то такая гармония, что ты и работаешь, и тем же в это же время отдыхаешь, и когда еще у тебя рядом любящая семья, когда у тебя еще, ты понимаешь, у тебя классные треки, которые залетают, которые люди слушают, которые нравятся, плюс у тебя есть концерты. Ну, короче, когда все по кайфу, и даже отдыхать не надо. Ну, и когда особенно еще вы обставляете новый дом, выбираете ковер, вот это все. Да, я знала, что вы скажете про это. Да, вы заехали в новый дом. Наконец-то. Журналисты пишут, что у вас целых 7 туалетов. Журналисты пишут, что целых 7. А как они могли посчитать? Я не знаю. Я вообще подумал, что это странно выносить заголовок. Ну, типа, очень странно. У меня просто было бедное детство, у нас было всего 3. Я всегда... мечтал о семье. Ну, типа, я видел, смотрел видео, где вы выбираете ковер. Приезжают люди и выкладывают ковер у вас в главном холле. Да, и один, на второй, на третий, а потом видно по этому... По их сорванным спинам. По этому кадру, что определенный ковер вам понравился. Потому что сверху уже настелилось 6, но раз, потом отгибается уголочек. Боже, какой ты внимательный. И он подходит под рисунок на стене, на огромный. Да. И сидит Пашу и такой, я вижу, что он смотрит туда-сюда, и такой, ага, подбирает под стену, значит. Да, но на самом деле нам понравилось просто 2, и я спросила своих подписчиков в социальных сетях, и они выбрали тот, который понравился нам. Короче, по итогу мы купили тот, который понравился им. Аня, ты должна знать, что те, которые не понравятся, мы всегда с радостью примем. В случае чего. Застилай, как говорится, не хочу. К стене прибьем и сабли сверху с рогом повесим, чтобы было аутентичненько. Ну а пока рог поднимем в твою честь в рамках нашего блиц, новогоднего блиц-опроса. Дотянуться до звезды. Вопросы простые, они новогодние. Просим тебя отвечать быстро и просто. Не задумываясь. Поехали. Ель живая или искусственная? Искусственная. Главное новогоднее блюдо? Селедка под шубой. Главный напиток? Водичка. Любимое новогоднее развлечение? Караоке. На чем ехать с горки? На попе. Семейный вечер или шумная вечеринка? Семейный вечер. Хороший подарок это? Заранее подготовленный. Плохой подарок это? Заранее неподготовленный. Главный новогодний фильм? Ирония судьбы, конечно. Ну и что на вершине елки? Блин, у нас ничего. Ну и все, отлично. Ничего. Принимаем твой ответ, спасибо. Дотянуться до звезды. Красавцы Лав Радио. Ну а прямо сейчас мы продолжим наше общение с великолепной нашей гостьей Ханной. Уху! И для тебя вопрос о нашей специальной рубрике. Как ты это делаешь? Анюша, как ты выбираешь подарок для Пашу и Адрианы? Вот смотрите, с Пашу, конечно, все очень сложно, потому что это человек, у которого, в принципе, все есть, который, если что-то хочет, он... сам это берет, и вот с ним очень сложно. У меня есть одна идея, но я знаю, что он слушает эфир, поэтому я не смогу сказать, что это такое. Ну, это что-то семейно теплое. Нет. Материальное, что-то нормальное. Да, материальное. Все, прям купишь. Да. Вот. Блин, он же услышал, а я... Ребята, ничего, некрасиво получилось. Может быть, это зебра? Может быть, да, кстати. Золотая, которая приносит деньги. Вот эта, которую обычно покупают. Вот та, которая, помнишь это? Вот, да, Аня показывала. Стоит обычно всегда в гостиных. Всех пугает. В дорогих отелях вот эта вот здоровенная штука. Ее гладишь, говорят, и все, 7 лет тебе удачи. Вот у нее нос весь блестящий. Да, красивый нос. Хорошо. Такие вы классные. Замаскировали. Короче, а по поводу Адрианчика все очень просто. Ну, уже сейчас просто было тоже сложно. Она очень хотела туфли. С камушками, серебряные, на каблучке с бабочкой. Я тоже хочу. Я, честно, короче, переискала весь интернет, все шоурумы, магазины, но по итогу в Китае заказала туфельки. Прям подходящие по описанию? Просто, представляешь, с бабочкой и со стразиками, и серебряные, и на каблучке. Просто муава. Вот эти молодцы, конечно. Вообще, просто, можете представить? Вот это вкус, вот это запрос. Сайт скинешь потом, ладно? Обязательно. Все, супер. Красавцы Лав Радио. Суперстар 3. Звездный прогноз 2023. Ну, это наша рубрика, Ханна, которую мы открываем вместе с тобой. И, конечно же, мы будем надеяться на то, что твоими устами самый лучший прогноз для водолеев прозвучит. Поскольку ты сама водолей. Да, готова? Безусловно, я готова. Одну секунду, вот для тебя наша перебивка.
Водолеи. Год кролика окажется для вас настоящим подарком судьбы. Даже те сферы, где раньше водолеи не хватали звезд с неба, быстро покорятся их напору. Символ года также рекомендует и женщинам, и мужчинам быть более уступчивыми и стараться не испортить отношения с близкими и коллегами. Не нужно показывать свой эгоизм. Внимательнее относитесь к тем людям, которые вас ценят. А еще не бойтесь завязывать новые знакомства. Ага, есть вероятность встретить очень значимого человека. Красавцы Love Radio. Ну а мы продолжаем наше общение с очаровательной Хана. Доброе утро всем. Чему безумно рады. У нас есть несколько вопросов. В том числе мы тут вычитали и узнали секрет семейного счастья от Ханы. Почаще устраивать сюрпризы любимым. Это так? Ну, конечно, безусловно. Это я тогда просто какую-то ерунду сказала. Это во время поедания гранаты было. Там эти журналисты атаковали, я еще хотел гранат. Ну, окей, хорошо. А какой последний раз сюрприз ты делала? Ну, вот, ну, например, не обязательно для мужа, не обязательно для... Ну, подождите, давайте начнем с того, что когда у меня спросили, как, типа, сохранить... Это был вопрос, как сохранить отношения, да? Да, да. Я не сказала, что я так делаю. Я сказала, что в идеале было бы неплохо делать друг другу сюрпризы, друг друга удивлять. Я не сказала, что я... что я так делаю. Но мне кажется, что для того, чтобы отношения были постоянно такие, типа, вау, нужно друг дружку удивлять и делать друг другу приятное и, конечно же, сюрпризы. Но мы не верим, что ты вообще не делаешь. Я не могу вспомнить, когда я последний раз делала. Нет, ну на самом деле, ну как, смотрите, да я не помню, когда я делала сюрпризы. А было ли такое, что говорят, а подскажите, как сохранить семейные отношения? Ты смотришь человеку в глаза и говоришь, ну конкретно вам, видимо, уже никак. Ты говоришь, ты не помнишь. Ну давай подсказку. Когда последний раз Пашу делал так? Ну, типа. Не, ну знаете, вот, например, я могу сказать, буквально несколько дней назад он сдал, ну, анализы, чекап сделал. Угу. И я, значит, взяла эти анализы, отправила сама доктору, позвонила доктору. Я говорю, Наташа, ну скажи, пожалуйста, вот по этим анализам, что нам нужно сделать? Как нам нужно дальше там себя вести? Какие таблеточки, может, надо приправочки попить? Она мне написала целый список того, что нужно сделать, и я сама позвонила, записала ему на одну УЗИ, на другую УЗИ, на третью. Это очень круто и очень приятно, реально. Ну, вот это, ну, миленько, правда? Ну, да. И он так смотрел и говорит, типа, вот как ты показал, он так сделал. Вот, это... Вот, да, это вот такой был сюрприз. Прекрасные дамы, мы, конечно же, если можно, к этому моменту, простите за просторечие, примазаться, но это классная рекомендация насчет записать куда-нибудь, потому что сам ты никогда не запишешься. Вот, мы же не болеем, у нас всегда все норм. Конечно, вот. Так что, да. Так что вот. Не, я болею иногда, признаюсь. Да, в смысле, ну да, бывает. Пашу, привет тебе в любом случае. Красавцы Love Radio. У нас в гостях совершенно сногсшибательная Ханна. Спасибо, всем привет. Приветики. Хотим сказать, что до финала нашей встречи совсем чуть-чуть осталось. Буквально считанные мгновения. Но прежде чем мы попрощаемся, сообщим для всех слушателей, что в телеграм-канал наш мы обязательно забросим сейчас активность, как Ханна подписывает новогодний шарик и умещает его на нашей елке. Класс. Ну а обсуждение Нового года на этом, конечно же, не заканчивается. Нет. А продолжается в нашей постоянной рубрике. Разговор в тишине. Ханна, какие у тебя три главных слова года? Семья, музыка и мечты. Очаровательнейшая Аня Ханна сегодня в гостях у красавцев Love Radio. Пропитана любовью это вторничное утро, потому что с нами побывала она, Ханна Анюта. Мы обязательно ждем тебя в гости еще. Боже, хочется вас обнять, расцеловать. Так побежали скорее. Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов и Никита Матов.